Мы с вами говорим о нашем внутреннем мире. В том внутреннем мире, в котором мы в основном и живем. О тех мыслях, которые бороздят нашу голову. О той легенде нашей жизни, которая составляет сущность нас, нас самих, идентичность нашу, из чего мы сложились, как мы себя ощущаем героем или кушать подано в этой спектакле жизни. Но я сейчас хочу сказать о другом. О том, что все-таки к экологии внутреннего мира необходимо подключить экологию внешнего мира. Ну, прежде всего, это информационный вот этот шум, когда вас все время пугают. Солнце скоро потухнет. Да, действительно, осталось несколько миллиардов лет солнцу светить. Или метеорит какой-то упадет через 250 тысяч лет. А как вам говорят, что завтра плохо будет, что цены поднимаются, что американцы какие-то санкции вводят, что правительство наше гнилое напрочь, а Чубайс во всем виноват, что там маршрутка перевернулась, там самолет не взлетел. И вы это все воспринимаете. Вам нужна эта экология информационная? Она губит ваш внутренний мир. И сейчас еще нагружается не только вот этим информационным делом, но и экологией пространства. То погода плохая, то, как говорится, загрязнение. Вот давайте-ка и найдем вот этот компромисс между информационной составляющей экологии внешнего мира и тем пространством, в котором мы живем. Я живу в хорошем пространстве, а телевизор не смотрю. Так что, друзья мои, подписывайтесь на мой канал. На моем канале хорошая информация, да и экология прекрасная.